Здравствуйте, с вами NetGameRoots, я ГКС Маринос, и мы с вами продолжаем прохождение игры Stalker Shadow of Chernobyl. У нас с вами обрез челлендж. Кордон, потому что в прошлый раз мы, видимо, еще не добрались до Энтера. Я уже, на самом деле, забыл, где мы остановились. Прошел уже почти месяц, наверное. Кошмар, вроде бы. Время просто летит, как не знаю что. Дел много, очень много, поэтому немножко контент так затормозился. Но сейчас уже вроде буду выходить снова потихонечку на свой прежний уровень. Так, а что у тебя, да? Так, лайфхак. Нам же нужны патроны там, да? Патроны, аптечки. Давай сюда. Неплохо. Да. Хороший товар. Yes, of course. Вот так бы всегда. Так, ну, точно. Удачной охоты, сталкер. У нас перевес. Что же мы будем делать? Мне надо сожрать священной колбасы пару штук. Прийти документы бармену. Ну, вперед. А, мы же сейчас можем еще это, с наемниками, да, побазарить? А зачем нам сейчас это? Нам сейчас не надо. Это же по квесту идет. Бля, броня убита просто наполовину уже. Оружие убрал. Иди в одно место. Я ненормальный, я с дробовиком, блин, с обрезом бегаю. Все, не подходи ко мне. Ни один человек в здравом уме не будет бегать с дробрезом в сталкере. А он уже желтеет, кстати, пистолет. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить хочу. Будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Да, стою. Ты там это... Держи. Удобное место у ребят. Кука, они, интересно, баба стригут так со сталкеров. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Оружие убрал. Ой, там лиса прицует, ему пизда. Я не успею до него добежать. Все, его сожрали. Ну что, отомстим за нашего другана. Ну идите сюда. Парень такие. Ля, прости, лис. Я не успел. Сожрали, гады. Был чувак, и нет чувака. Так, там, по-моему, бандиты. Да, рюкзаки увидел белые, бля, ебать их там. И что я сейчас с ними буду делать? А я их подожду. У меня больше ничего не остается. Надо подойти поближе, пока они меня не видят. Охуенно. Мать, у него точный, сука, этот... Вообще разброса не было. Он уже стреляет куда угодно, только не прямо. Блять, он отступил хорошо вовремя, блять. Своему. Я не поймал его из-за этого. Уже минус два. Блин, тут калаш взял. Вот собака. И они отступают от меня. Пидоры. Вот это разминочка, да, я понимаю.
Да здесь с ними очень тяжело, аж нигде подойти. Они вон забились в угол. Блять, еще трое. Я рассчитывал на четверых. Ну, подорвали, пацаны. Твою мать. Господи, переживает попадание нахуй целое. Уже просто разброс, видимо, настолько, что в упор даже урон малый проходит. Один остался. Тебе надо сокращать дистанцию. Я его не вижу. Блять, он пере... Собака. Пацаны! Да, это было жестко. Ну просто на открытке, блин, конечно, с этих самых хуйню бегать тяжеловато. Священная колбаса. Я столько аптечек потратил, жесть. У нас они, кстати, вроде есть, да, еще? Да, птичек, слава богу, у нас дохуя. Еще больше будет. Кажется, гранат не хватает. Вы бы знали. Так, кто там у нас? Тут еще кого-то сожрали, по-моему, да? Или это моя работа? Нет, не моя работа, кого-то сожрали. Так, я сталкеров тут вижу. Учасовая пришла. Да, сталкеры. Спасибо, что толкаете, не даете пройти, а. Вот никогда, разработчики игры, не делайте эту ошибку. Вот это нихуя не реализм, это мешает геймплею. Не давайте, блядь, дайте пройти сквозь NPC. Они тупые местами, они просто стоят и не дадут пройти человеку, блядь. В лучшем случае перезагрузка, зачем это просто, блядь, насквозь пройди его. И все, ну сколько можно-то, блядь. Как... Это, знаешь, такое впечатление, что те, кто разрабатывают эти игры, они вообще в игры не играют. У них есть какая-то общая статистика, да, того, как надо делать, блядь, и они делают. Но, блин, играть надо еще то, что вы делаете, твою ж мать. Не, я понимаю, сталкер был в то время, это понятное дело, сейчас нету претензий именно. Но вообще современные игры до сих пор имеют эту ошибку. Внимание, чужой! Это просто тупо геймплейная ошибка. Все, я закончил бомбить. Блять, и че я так набрал так много, что у меня, блядь, просто это сам, что я даже не могу священный тушенку набрать. Ой, я чувствую, нам сейчас в X16 идти. Вот, я чувствую, я это, не знаю, полысею во всех необлысевших местах. Но зато волос не будет, не придется это делать. Тришку, бики, это интимных мест. Хорошо. С одной стороны, хорошо. Вон лежал, да? Я вообще не видел. Прошел мимо него 20 раз. Вы спросите, а зачем ты это делаешь? Зачем? А я скажу вам, мне надо, надо. Просто надо. И надо сожрать колбасы еще. Зачем ты берешь аптечки? Аптечки у нас сейчас улетать будет очень сильно, даже дробовик сажается. Я и так по минимуму как бы пользуюсь им, насколько могу. Да чтоб вас в одно место черти дрючили. Ай! Беги! Идиот! Одного есть. Опа! Не дам тебе себя атаковать. Все, пусть бежит.
Ехай бежит, собака. Вот эти пацаны, я когда первый раз игру проходил, я, короче, любил на этой остановке с пацанами зависнуть. Флэшбэки. Верните мне мой 2007. Ну что, пацаны, расскажете? Будочку куячит, будочку глушит, с новичками дружит. Начальник хороший, мудрейший капюшон. Был пару раз замечен возле аномалий карусель. Я знаю, что последний рифма не удалась, но, блин, попробуйте придумать. Ну что вы молчите, анекдот мне расскажите, слышите? Алло, блин. Хули, блин, или у вас тут поминки, я не понял. Вроде музычку там играли. Да, черт с вами. Пидоры. Как я ушел, они начали там шутку юмора. Ну, я запомнил. Ну, в следующий раз попросите у меня помощи. Я скажу, а вы не пошутили тогда, блин? Когда я просил. Аптечки, колбаса. Колбаса в расход. Аптечная колбаса. Это круто. Я железный удар. Удар железный. О, фак. Оу, щит. Знаете, это борьба с англицизмами, но на самом деле английский мат, он очень хороший. Потому что есть стадии мата русского, забористого. То есть, когда какая-то маленькая несуразная дичь, то сказать слово на букву «Б», ну, как-то даже не то. Бля, это что-то такое, как вам сказать, уже что-то случилось, что-то такое, с легким уроном. А когда ничего не случилось, сказать слово «фак» самое то. Потому что это вот прям вот что-то легкое такое, прям воздушное. «Фак», да. Ты такой пух. Тебя взял это самый, просто, вот ты сейчас это, что-то делал на столе, у тебя из рук выскочило, на стол упал. Ты такой «фак». А ты съел бутерброд, он хапа, упал тебя майонезом тебе на ковер. Вот это, сами понимаете, да. То есть вот это вот борьба с англицизмами, они сами же себе мешают. Вообще абсолютно. Развитие языка только что на моем примере. Ох уж этот... Ха-ха! Что, глупые собаки? Не взять вам человека наверху. Бегите, бегите, спасайте свои жалкие жизни. Сейчас я как флешбэк. Ну почему опять, да? Вот с этого начиналось. С этого начиналось, блядь. Бра, просто, блядь. Иди отсюда, чудовище. Мы с этого начинали поход и этим же закончили. Идеально просто. И вот хочешь, специально не придумаешь. Иди своей дорогой, Стар. Иду, иду, отвалить от меня. Мех, да, мех. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Какой же ты душный просто. Ну что, Мишина? Да, был. Ситуация непростая. Блин, это был. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Предыдущее, короче, то, что я пропустил, ситуация проясняется. Как я предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный звучатель Кайманова. Его части как раз изготавливаются в лаборатории X-18. В документах есть ссылка на лабораторию X-16, откуда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых, а НК тебе подскажешь поподробнее. Готов отправиться. Я по поводу задания. Гравий дали, отлично. Где мой комбинезон? Алло, вот этот вот. Давай сюда его. Надо армейский брать. Там радиации все равно не будет, а защита нам нужна, конечно. Блин, так просто и не окупишь это ни хрена сейчас. Может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Не, вот этот костюм я точно знаю, он периодически у бармена всплывает. Пить как охота. А я патрон не купил. Я где, Мишка?
всегда есть кое-что интересное. Вот и ладушки. Моя информация может тебе пригодиться. Давайте десяток аптечек возьмем, я думаю, мне этого хватит. Здесь пока накопим какой-то остаток. А патроны что у меня делают? Когда я успел патроны? Вот эти ладно. 45-й калибр еще ладно. А когда я успел патрон к калашу-то обрести? Вот ведь как грустно. Ну все. О, военный на территории комплекса. Был, кстати, мод какой-то, я помню, встречает по одежке назывался. И там вот как раз-таки, если ты одевался в чужую группу, ты мог звездюлей отхватить. Прикольно. Но, знаешь, издали, да, идет военный, по нему будет стрелять. Может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну все, пошлите. X-16. Сейчас урон мы будем получать поменьше, конечно. Касама Берилов, у нас там этих Берилов сейчас будет целая куча, так что в плане обновления брони на этой на X-16 армейской это прям нормалек. Я когда делал, я делал под старый, короче, стиль, старый, в форму Украины специально. Похоже был. Причем это из оригинальных, между прочим, этих текстур сделано. Потому что у них оригинальные текстуры были. Гранаты! Опять дикая территория, мать твою, опять ебаный янтарь. Надо, кстати, пойтись там по зомбакам посмотреть. Но они, по-моему, специально респанутся, когда нам скажут, типа, иди за мир и сделай. А я такой, нет! Не хочу. Пикачу. Ебаный урод. Мне подсказывают, там сейчас кому-то будет плохо. А эти вообще наши чуваки? Наши. Не, они положили быстро. Молодцы, хвалю. Оперативно. Молодцы. Группа быстрого мародирования. Оружие. Кира там волны в бою, там еще музыка играет. Мы, кстати, сейчас можем уничтожить этот лагерь. Успеть. Здорово. Ну, на второй выстрел я не рассчитывал. Так вот этой! Хуй по тебе попадешь, так если убежишь. О, нифига у него аптечка какая блатная, вы видали? Вроде бича с такой аптечкой, а? Мы не всех положили, походу. Ой, кровосос. Не, у меня есть предложение, конечно, как можно пройти по-хитрому, обойти всех кровососов нахер. А я, знаете, что не помню, а мы вообще прошли заставку? Да, прошли, там можно идти смело. Ну как смело, блядь, один хуй кровососов сейчас попадем. На двоих, блядь. Вот правильно, нехуй ко мне лезть. Сейчас по бурому пролетим. И тут еще один кровосос. Нам в идеально сюда. Там бандюги, слышали, да? Скопытились. Да, бинтов-то я зачем 45 штук набрал с собой? Через собак придется пробиваться, хочу и не хочу. А, тут все время тушканы, короче, возрождаются. И сколько патчей было, никто это не понерфил. Вот опять же говорю, разработчики не играют в свою игру по ходу дела. То есть у них есть явная проблема, что возрождается вот здесь живность и просто дохнет в аномалиях. Патчи, короче, с самого первого выхода это было. Никто не поправил.
Заботчики, играйте в свою собственную игру. И нанимайте не каких-то штатных тестеров, а нанимайте фанатов, блядь. О, не. Даже не вздумай сюда лезть. Эти застряли, походу, дело. Ну, баги в сталкере, это классика. Нет, проходим, нас видели. Это уже по нам. Видимо, он увидел, когда я бежал. Так что наш стелс накрылся, но мы можем пробежать. Что мне только с наемниками сейчас не перестреливаться не хватало. Ну все. А вы боялись. Ха! Мы уже здесь были. Правда, сейчас дикая территория не такая, как которая была, когда мы только начинали. Что мы там все порасчищали, а сейчас она снова. А ты не сдерживай слез, риви, риви. Было 172 патрона, уже, блин, 157. Как я буду сейчас проходить эту хуйню с зомбарями сплошными? Я... Угодно это вообще. А еще если я сейчас провалюсь в... Я вообще не знаю, я патронов, наверное, мало взял. Вот сейчас начинаю, в принципе, понимать и думаю, что патронов я взял мало. Ну давайте попробуем, что нет. У нас уже был такой недостаток в патронах. Где-то просто обойдем зомбарей, не будем стрелять. Где-то что-то прочее. Потому что есть моменты, где нам прям надо жестко с ними перестреливаться, а есть моменты, где мы просто можем тупо на них забить. Ура! Бать, вы видели, как меня подбросило? Вот здесь сейчас все, что есть, зачистим. Должно быть полегче просто. Я все иду и все вижу двоих. Так. Еще один сзади. Я с какого расстояния нас увидел? Я что, фир играю? Патроны-то не бесконечные. Так, ладно. Давайте обыщем зомбарей. Надо еще на входе посмотреть. Вот эти, потому что они сейчас сюда пойдут и кругов могут убить. Наша задача постараться сделать так, чтобы кругов выжил. А это, я вам скажу, вообще ни разу не легко. Да, блядь. Очень хорошо, что ты тупил. Вот это больше похоже на зомбарей, чем то, что они там делают периодически. Все, пошли. Здесь территорию зачистили нормально. Сейчас снизу пройдем. По трубе. По губе, ха-ха-ха-ха-ха. Да-да-да, смешно-смешно. Батины кринжовые шутки опять в действии. Нихуя себе, а что ты здесь забыл? Ну, там кругов как раз уже это идет кряхтеть, пердеть. Да! Че у нас тут пусто-пусто? Да, и 35 тоже. Ой, ну иди сюда, алё, Вася. Сос, сос, help me, сос me, help me. Да-да? Я ищу лабораторию X-16. Бармен сказал, что вы можете знать ее местонахождение. Да, мы знаем об этой лаборатории. Однако ее точные координаты нам неизвестны.
Кроме того, пытаться попасть туда слишком опасно. Так. Мы уже давно изучаем излучение лаборатории X-16. Ты не пройдешь туда без специальной защиты. Мы разработали соответствующие устройства. Но для его настройки необходимо произвести ряд замеров. Если ты поможешь нам сделать эти замеры, я дам тебе настроенный прототип, с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию. Ну ладно. Ну вот отлично, поговорите кругом, управляйтесь. Он уже снаряжен всем необходимым. Ну ладно. Да-да. Так, я не буду сейчас с ним говорить. А пока я не поговорю, да, зомбари не возродятся. Не? Да. Сука. Ну, потому что нам надо форсировать события. Это там сейчас начнется у Вальтера по всем стрелять. Штирлиц недоделанный. Да чё, кто-то здесь близко, блядь. Слышали, да? Зомбари, я слышал. Патрон быстро улетает, жизнь просто. Ну пошли делать замеры, блядь. С левой коронной, правой похоронной, ножом давионный. Джанка перезаряженный. Отлично. Пока хорошо идем. Броня справляется, ж, прочная. Здорово, пацаны. Че, аниме? Он своего замочил. Это еще кэшбэк сейчас будет. Так, первая тряска, он еще не дошел. Мажи. Че, все? Всех очистили? Отлично. Побежали. С ним там и что-то бесполезное, его положат, блядь. Ну че, чудовище, побежали. Я там как Рэмбо ворвался. Всех победил в одиночку. Ты даже не думай, ты мне не помогал. Всем скажу. Вот этот мне не помогал. А теперь самое важное, это будет сохраниться перед выбросом, потому что иногда респавнится какая-нибудь дичь. И, короче, убивает кругого. Поэтому вы всегда сохраняетесь вот перед тем, как он будет делать замер у автобуса. Гранатки лежат. Байк уже желтый. Давайте посмотрим просто. Ужаснемся. Ебать. Это уже должен быть не желтый, это уже красный должен быть. Детектор, что ли, барахли? Надо было с собой брать еще один. Тут я ничего понять не могу. Окей. Так, ну надо где-нибудь вот тут вот сохраниться. Там сейчас возродятся вон там еще тела. И они могут кругово, короче, ебнуть. Я поэтому спрячусь на всякий пожарный? Да нет, дай к нему. Чёрт! Судя по всему, надвигается выброс! Миша, ты беги! Сейчас такое начнётся! За автобус иду. Блейк, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык, я его не брошу. И что самое главное, он очень долго встает. А, бляха, муха, я понимаю, что должен быть эффект, дай мне, блядь, вытеть, существо сократить. Терпи. Ну, калашик тебе, нахуй, сейчас. Живой, вставай. Надо скорее выбираться отсюда. Замеры есть, осталось добраться.
Ты охренел? Он просто взял калаш, выбросил, мерку взял. Ну ты, конечно, кадр, блядь. Я первый раз вижу, что тут так поведел. Он просто взял калаш, выбросил. Алло, Вася. Не, ну арка тоже хорошая. Тут, блядь, калаш, ты чего бросаешься? Охренёшь ли совсем? Блядь, не нравится второй появился. Ну ладно, я думаю, мы уже дойдем. Плюс у него уже все-таки автомат, он тоже уложит быстро. Ну, конечно, кадр, ей-богу. Дыхание, прям как будто мы в шутер играем. Вот, точнее, в хоррор. Как будто мы в шутер играем, да. Мы играем, блядь, в змейку сейчас. Вон, я пытаюсь его схватить. А ну иди сюда, мой хвост, я тебя сейчас это... отхвостюю. Зилок 130. Да, современные дети, наверное, даже такие грузовики уже и не видели. Я даже на таком катался. Так это не вред, там ничего нет плохого. Просто, знаешь, машина легендарная. Столько лет... Она лет была на конвейере больше, чем мне, наверное, как тебе сказать. А мне уже 30, как-никак. Ну, представляешь, вот так вот. Ну. Надо подстоять здесь, потому что этот пойдет, не даст мне идти, потому что NPC непрозрачные, блядь. Сейчас я попробую настроить прототип. А большинство, наверное, кругов и погиб. Еще даже на первой вылазке. А мы его протащили просто. Жизнь ему спасли, мать его. Он мне вообще, не знаю, должен все артефакты мира вообще. Да. Так вот. Я решил. Вот, вот на чем держится вся электроэнергия данного комплекса просто. Безотказный вариант. Да-да? Да-да. Мы отлично справились. Если замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Рад это слышать. Мечный, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебе отметил на карте. И как именно попасть в лабораторию, где он находится? Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да, безусловно, было бы интересно взглянуть на документы. Думать о нем Васильева? Возможно. В любом случае, начинать надо с нужного. Ну, начинать нужно с поиска тела Васильева. Только в этом случае есть шанс получить точную информацию о местонахождении лаборатории. Где-то там должно быть тело вашего коллеги-призрака. Вашего. Вы знаете, как мне показалось, он знал об X-16 значительно больше, чем говорил. Если он с каким-то чудом выжил, хотя, конечно, надеяться на это глупо. Хорошо, попробуем. Да-да? Да-да. Я хочу с этим человеком дружить. Это прям вообще, это просто секс on the beach сейчас был. 90 патронов просто. Разом. Вот это я понимаю. Вот это сейчас очень сильно нас бустанет. Вот теперь у меня прям даже как-то это потеплело на душе очень резко. Прям вообще. Что-то я артефактов столько таскал, а что-то вообще... По деньгам просто какая-то залупа. Ну, хотя у меня и так денег-то много, чего я жалуюсь. Хы. ИУ-86, господи. Да-да? Че? А че ты там не сказал? Вот это у нас глазомеры, вот это мы там, глазомеры там все эти. Знаете, что я вам скажу? Где был этот хрящ с дробовиком, которому патроны отжали?
Мне не нравится состояние обреза. Вот прям вообще. Не в плане того, что я сейчас его поменяю, а в плане того, что надо запасную с собой таскать, даже пусть под убитой. Если этот откажет, я вообще без патронов останусь, без возможности огрызаться останусь. Это он фактически новый, блядь. Знаете, для меня раньше оружие вот с такой фиг... Это все уже... Бэ, это фу. Ага. Я очень буду в шоке, если он до поломки практически не будет клинить. Единственная его проблема будет то, что он уже стреляет просто, я не знаю... Повсюду, если ты не хочешь попасть в врага, и, точнее, если ты хочешь попасть в врага, не целься в него просто. Если вот такая логика будет. Я просто не удивлюсь. How do you do? Ну, хагрить надо, потому что, а как еще? Бать тут этих бегает, блядь. За лупососов. Ой! Смотри, там это. Показывает мне, что он доминант. Я тебя вижу, блядь. Иди сюда. Сильно тоже не повысовываешься. Вот в чем проблема. Этих набежала, тварь. Ха-ха! Я неуловим, блин. Я как Борис Бритва, в меня хуй попадешь. Я сейчас просто всех зомбари... Всех алкоголиков вместо. Блять, просто мимо, почти все я видел. Все легло рядом, но не в него. Как же нас выручает сейчас просто вот этот вот... как вам сказать? А я что, каменное это продал? О, я молодец какой. Мне же не надо было продавать. Я не помню, я где-то еще один маминый буст добывал. Я точно знаю, их за убийство сталкера дают, и где-то еще. Я всегда добывал вот убийством сталкера где-то еще. Я не помню. Честно вам скажу. Вот, что не помню, того не помню. Блять, по воде он бегает. Мя. Ай, блядь. Будет больно тебе сейчас, блядь. Хорошо. Пускай. Я согласен. Да-да-да-да-да. Там их и так много, надо просто их поближе как-то. Блять, я слышу, он прям за ним. Ползет и пихает его. У них нейтралитет по-любому. Да ё-мать сзади. Мне только сзади не хватало. У этого хоть, блядь, залупа. Ну, 16 патронов. Да падай ты уже, ёпта медь. Семён алкоголик. Это тоже нихуя не прикольно. Блять, там еще и снорк. А у тебя мозги, видимо, свежие еще. А, как же патрон не хватает. Еще и на открытом пространстве, блять. Блять, близко прям совсем. Не надо подождать, пока он перезарядится, блять. Тут же снорк, я просто почувствовал удар именно. Ну и хуй бы с вами. Я вас обойду. По воде нечестно, по воде я медленно передвигаюсь. Здесь с пацанами все-таки полегче будет разобраться.
А стой ты, блядь, куда побежал? Мама. Все необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыло излучением. Я все бросил и ухожу с панелем. Я на бунтах. Где бункер? Черт, черт подери. Я не могу определить, где я нахожусь. Яркий пример паники. Что происходит? Кругом зомби. Да, блатина, конечно, без специального снаряжения. Это просто какая-то адовая хрень. Какого кэшбэка? Слети шопс. Какая интеграция, да? Вот просто пропала. Никто мне ничего не платит, приезжайте. Это я так. Везде этот лети шопс, просто на любой рекламе. О, это было больно, это было жестко. Да, это жестко. Но мы смогли с вами это сделать. Можно, конечно, было попробовать. О, смотрите уже, насколько комбез-то израсходовался. А вы говорите. Но я не волнуйтесь, знаете почему? Потому что я сейчас подберу еще один. Да ё-мать, ты-то что здесь делал? Как меня достали эти снорки уже просто? Сколько вас тут? Вас что тут разводит? Вы что тут набухались и это самое... Иди сюда, блядь. Следи за состоянием оружия, оно уже... Все ухудшается и ухудшается, блядь. Опять эти, блядь, интимные звуки. Ты охуел, что ли, блядь, в упор? Сожрал и не поморщился. Блядь. А там снорки одни, сука. Ланкирюши, блядь, пройти незаметно. Вообще потерпел полная фиаско, блядь. Просто сюда они! Они тут сюда! Ура! Ха, я сломал. Бля, ребят, падайте, пожалуйста, вы заебали уже. Ну так получше, конечно. Ха! Фу! Еще один идет. Да. По-моему, он уже просто по ним не попадает. Надо, короче, в корпус стрелять. Это что это за Жан-Вагодва Терминатор? Ой, он уже красный, ёб с вашу мать. Ха! Станьте, дети, станьте в круг, станьте в круг, станьте в круг. Не шипи, даже не... Не вздумай, нахуй. Все, пошли. Смотреть страшно, просто страшно смотреть уже. А Саня сидит и ручки трет. Ха-ха-ха! Да, уже почти все. Он почти все, как и я уже тут, я не знаю. Я в упор стреляю, попасть не могу. Блять, я и забыл, что здесь опять этот ёбаный снорк будет.
Вот этот вот. Ну иди сюда, чудовище-то волосатое, блядь. Пойдемте здесь попадаемся с вами. Сейчас как въебет бочкой меня накроет, такой может быть. Даже нихуя не по приколу. Так, минус один. У нас автомат, он довольно быстро, а тут прям, я не знаю, потратил 20 тысяч миллиардов патронов в него. 5 рыл. Отжали костюмчик и съебались. Вообще гнетуще, знаете, просто, блядь, объедки нахуй от людей лежат. Очень такая, да, атмосферная локация на самом деле, но... Понятно. Я все понял, ребят. Ебать, их опять тут хуя. Ну, варя, конечно, есть забежать в здание. Просто в мусорный бак чувака засунули. Не достанете, блядь. Ну они уже сюда. Они уже идут сюда. Ну это хорошо, здесь нам попроще. Говорил Кирюша себе. Снижу количество стрельбы по зомбарям, ага. Просто расход идут. У меня столько патронов было. Калашу. Лучше бы мне бы сказали, пройди всю игру с АКСУ. Я, кстати, так уже делал. Просто поэтому говорю, что это лучше даже, блядь. На тебе два патрона, блядь. Блядь, мне только снорка сейчас здесь не хватало. Уже эти бешеные псины меня бесят уже. Собака, надо съебись отсюда. Не, ну супер надежный ствол, блядь. Ни одна пушка в сталкере не стреляет так долго. С минимальным количеством осечек просто. Калаш, Макар, уже давным-давно бы 20 миллиардов, блядь, осечек сделали. Так, не так было. Заебали уже выживать, когда вас не просят, пидорасы. Ёп! Нахуй вас, ребята. Нахуй вас. У меня патрон 113 остался, сотку отстрелял просто. Ки нахуй снорки, вы о чем вообще? Мне еще лабораторию 16 проходить. Ой, смотри, страшно. Ну нет, еще пока так. Иначе я уже даже хочу, чтобы он уже все заклинил и, блядь, не мог стрелять, чтобы я взял новый. Ну, блядь, вы, конечно, молодцы. Вот. Если бы он выстрелил, то было хорошо. Блядь, просто так трачу патроны, и тупыри, блядь. Я, кажется, понял, откуда носачи брали в метро. Это вот носачи бегают. Просто они еще не успели шерстью обрасти. Слава богу, блядь. Тут все просто рычит и орет на меня. Пацан, не успел аптечку воспользоваться. Пацан, блядь, да сколько вас этих ебаных... Блять, это просто... Я пошутил как-то над ребятами за ХБЗ, они, по ходу дела, решили просто собраться и дать мне пиздюлей. Ой, блядь, 98 патронов. Ну, я хуй знает, я хуй знает. Но, с другой стороны, мы тут тоже уже сколько перекрошили. Правильно? Правильно. Блять, уйдет в ПНВ.
Ничего не говорите, молчите, просто молчите. Как я, блядь, просто сейчас этот самый попал. Просто в аномалию, ни разу в ней не погибал. Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда... Половину, короче, ящик себя принял. Включится таймер. Что там, паптичка? Будь осторожней. Да нормально. Не забывай про таймер. Блядь. Умри, пожалуйста. Спасибо. Надо было пораньше, конечно, умереть. Тогда было бы еще идеально. 4 патрона! Я в упор уже не попадаю, видите? В упор уже урона нет. Ты скажешь, что ты мучаешься? А вот мне сказали, не, пока не отвалится, блядь. 6. Жесть! Хоть специально его расстреливай. 91 патрон. Я уже просто хуй его знает. Мне надо подумать, посидеть чуть-чуть. Суть в том, что... Там еще контролер будет. Ладно. Ну, контролером, хрен с ним, с контролером можно в упор побежать, ножом его зарезать. Это хуйня полная. Я думаю, как мне сейчас подниматься наверх? Ну ладно, несколько брони у меня есть. Давай, чудовище, иди сюда. Блядь, смотрите, умный. Насколько возможно. Блядь! Сожрали, суки! Он обычно не выпрыгивает. Что за чертовщина сейчас произошла? Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие... Таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Хорошо. Будь осторожней и не забывай про таймер. С одними ножами заходим и режем, блядь. Куда провалился труп, алло? Все, нет у нас кэшбэков, 4 патрона, но мы справились вроде побыстрее. Стой, подожди. Мы справились сейчас побыстрее. А тут этих, да, у нас уже обреза. Просто ждут свои очереди. Вообще, как бы по этим самым, у него вроде не изменились. Ни точность, ни повреждения, но должны были, так что ощущается. Так, это нам нахуй уже не надо. Идем дальше. Сбрасываем вес, блядь. Ну да, то же самое, вот 91, как и было. Мы спускались 91, и сейчас 91. Ну урона уже все равно нету. Чувствуется, нет урона. Снорк должен откисать был. Ну ладно. И, конечно, можно пробежать дальше, но зачем? Иди сюда, чудовище, блядь, вижу тебя. Давай сюда, ко мне, блядь. Да, подошел. На тебе, блядь. По одному буду тебя ухуячивать. Куда пошел? Иди сюда. Вот минус один. Ай! Ай! Арка, это больно! Ёбаный Морган Фриман. Я думал, он восстал опять. Блять, еще один снорк. Я уже чувствую, как я лысею. В промежности. Все, слава богу. Беги! Джеренима, ёб твою медь.
Мы здесь хотя встретить можем. Даже отступить, если надо будет. Отступать придется. Я уже это чувствую. Есть. 77. Куда патроны улетают? Какие города? Наверное, на блядских снорков. Господи. Куда вообще просто улетели патроны? В упор стреляю, чувак жив, блядь. Благо броня еще держит, там броню мы еще подберем. Аптечек норма, слава богу. Я сейчас лечусь по большей части, как вы заметили, бинтами. Экономлю аптечки. Бинтов много понабрал. Он провалился, его отпустило. Флекс-машина остановилась. Соль закончилась. Он питерец по-любому. Простите, ребята, из Питера не сумел удержаться. Ну вы москвичей засираете постоянно. Че вам? Это сладкая это вендетта. Ноги, руки, блядь. Главное, что мои остались целы просто такой, с таким чудо-геком. Ну, кончись, пожалуйста, уже. Я уже жду, когда он сломается, как маны небесный просто. Сломайся. Опять сейчас будут снорки. Блять, это закрылось. Беги, беги! Господи, он вообще урон не наносит. Блять, они же сюда пришли. Нет, ну... А я не пробегу. Ну, упор еще как-то более-менее. Просто жесть, X16, говорю, просто жесть. Это еще получается в том комплекте, когда у нас уже все, дробовик кончился фактически. Урон не наносит, вот голова просто это. 55, просто тает на глазах, а мы еще тарелку не прошли. За хоть аптечек дохуя. Это меня однозначно радует. Ой, сейчас там опять впереди снорки будут. Господи Иисусе. Ну я не знаю, мне кажется, что в принципе мы его сломаем до конца X16. Блять, в смысле он достал? Блять, их уже двое. Давай, прыгай, блять. Я тебя тут встречу. Без урона, конечно же, как обычно. Не убегай, не убегай. Сейчас загоню себя в решетку. 45, блядь. 10 патронов просто на одного снорка. Вообще урона нет. Тут, видите, даже проблема не в... Он да... Не, в пизду, так нельзя играть уже. Пизду этих снорков, блядь, неубиваемых, нахуй. Я ебал их, мать, просто в одно место. 55-49, ну это пиздец. Это бесконечное. Мне бы сейчас зомбариба расстрелять бы. А они мне тут говорят про это. Ну здесь я знаю лайфхак, как можно. Вот так вот можно. И стоишь, и тебя нет никакого пси-излучения. А снорки идут нахуй просто, блядь.
такой выживаемостью. Немедленно покиньте опасную зону. Ебать, их там прет. Как от вас скрыться, алло? А никак. Идем. На штурм, блядь. Мочи. Как костюм выдерживает? Я хуею просто. Пора уже вздыхать, блядь. В упор стреляю. Так, что у нас там? Аптечек пока достаточно. О, это нам надо. Там еще снизу зомбари идут. Все надо шевелиться. На нижних похуй. Чуть не погиб опять. Защиты убери его от аномалий нет вообще никакой. Пиздец, я чуть не откис. Попасть. Какая же душная сейчас хуйня, пока он не лопнет. У нас 2 минуты. Пока идем хорошо. Вот здесь постоять. Ха! И у нас снова 4 минуты. А вы думали как, а? Это у них живучесть, а я понимаю, он даже выдержал удар ножа, блядь. Ой, что у нас тут? Пожалуйста, умри уже. Клинит вообще просто сколько там, я не знаю, меньше 10 раз, по-моему, за все время он заклинил. В плане этой просто чудесная штука. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Давайте немножечко затянем прохождение, давайте выйдем уже из X-16 и закончим в лагере ученых. Чтобы на сегодня уже с этой хуйней разделаться. Не, ну мы так немало очень прошли, я думаю, что следующего дробовика нам, в принципе, хватит уже до конца игры, мне так кажется. А дальше у нас пойдут мастера. Ой, как же, блядь, выжигатель мозгов проходить, я просто не представляю. С другой стороны, я не представляю, как вот это проходить, как вот это проходить. Я беру и прохожу. А аптечки тают на глазах. Ну ладно, там уже зомбари током не будет. Блять, это ебаный туннель еще. Здорово, пацаны. Че, флексим? Какая в упор подходит? И там зомбари на упор можно разводить. А с норков нахуй пробежим, блин. Я ебал в рот. С такой их выносливостью. Псевдогиганты, я не знаю, это опять все патроны не употратить надо будет. И там не ухмел, блин. Давайте сохраним со всякий случай. Наверное, никто просто не ожидал, что кто-то в здравом уме и святой памяти будет играть
Надо, чтобы они не поднялись, блядь. Видите, как, да, текстура багуется? Давай, иди сюда, дружище. Я жду тебя. Да, подходи, подходи, не бойся. Клинил. Нахуй. Идите, пацаны. 22, блядь. Просто 22. Гуси-лебеди, блядь. К контроллеру подойдем, там по нему постреляем, конечно. Надо форсить сейчас, конечно, эту тему. Ай, блядь, больно. А что ты теперь делаешь мне, а? Чудовище, блядь. Ну я уже ножом его зарежу, патронов мало, ребят. Ты что такой неубиваемый, слышь? Заебал? Где же ты, стрелок? Черт. И доктор неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь? Пизду, ты сейчас приду сюда. Вернусь задание, обязательно найду Бродника на кордоне. Он там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. Сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев. Последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Когда открылась дверь. Не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контроля. Бля, я все сожрал, мне и жрать нечего. Пацаны, дайте пожрать что-нибудь. Лечился колбасой, блядь, все это время. Жрал колбасу и всю жрать охоту. Вот так в реальной жизни. Наляжешь на колбасу, пройдет 5 минут, опять колбасы хочешь. Колбасиный. Колбасиная зависимость идет у вас, ребят. Колбасиная зависимость, блядь. Слот какой подобрал. Колбасиная зависимость. Иди нахуй. И ты, с Новым годом! Кстати, пошел нахуй. Вы слишком живучие для меня. Кстати, с Новым годом! И ты тоже идешь туда же. У меня всего 16 патронов. Так что я просто бегу. А здесь сейчас, по-моему, зомбарь должен быть один, да? Я не помню, по-моему, да. Рома. Технично укладываем. Спать, блядь. Вот сюда, гран... На ту. Ну, этих надо агрить. Давай, прыгай, блядь, чудовище. Ты прыгай. О, молодцы. Хвалю, блядь. Молодцы. Так бы сразу. Вот там и сидите. Интересно, мы вообще в состоянии будем его завалить? Блядь, ко... прикиньте, если бы она взорвалась, и, короче, он ее мне обратно, блядь, отпульнул. Вот правильно идет сюда. Ой, блядь, за сандали у меня чувствую. Еее! Насекомые! Я человек. У меня мозга больше, чем у твоей туши.
Вот это вот уши, у меня мозг один такой, понятно, размером просто. Гениально просто, просто. Лучше никто не придумал. Еще патроны остались, понятно вам? Умри. Сто умри. Ай. Отлично меченый. Да, просто великолепно, блядь. Ну иди сюда, я добью, блядь, тебя. Может, дробовик помрет. Мне уже хочется, чтобы он помер, потому что. Заклинило, надо перезарядить. Перезаряжаю. Ну, у этого я по-любому патрон куплю. Воспользуюсь старым методом, мне никто не запрещал этим пользоваться, так что лайфхак я сделаю. Ну не, патрон не хватит его убить. Ну, прошарил, хорошо, что взял, блять, просто три новых, это, знаешь, это просто издевательство, блять, какое-то. Ты пикаешь вот этим, блять, у тебя три абсолютно нулевых с собой. Да-да, блядь, я в ярости просто. Здорово. Вы замечательно потрудились. Отключение изучения позволит снарядить новые экспедиции и исследовать недоступные прежде места, да-да. И еще впредь в отношении к вас мы будем следовать максимально благоприятной ценовой политике, да-да. Да-да. Блять, ты издеваешься? Почему 20-то? Ну вот сел, давай, плю. Бери, продам. Сева, плю. Сева плюс. Сева нам нужна. Так, ну чё, сейчас мы это, патрончик все намутим с аптечечками. Правильно же, правильно. Пару раз перезапустим игру. По-моему, на что там? На F7, по-моему, да? Да. Ну, ребят, это надо сделать. Да-да? Я же не буду сейчас стоять и расстреливать дробовик, видите, я даже... Вот. У него хотя бы можно напокупать этого всего, а нам сейчас это пиздец как надо, я вам скажу. У него, смотрите, у него прямо от души, у него по 80 штук продают за раз. А мы сейчас с вами пойдем туда, где вообще не ступала нога человечества. 50, аптечек еще тоже. Вот где надо, вот эту штуку мне сюда и пулевыми патронами, блин. Ну, я, чтобы все честно было, поэтому мы сейчас с вами немножечко вот этой херней позанимаемся. Ну все, блин, на расхвалил Круглова, он теперь продает мне хуйню. Кстати, давай еще один комбез. Он вообще идти-то в состоянии? Нет, не в состоянии, охуенно я напокупал. Да-да? Давай, есть работа, уникальный комбинезон. Я берусь, а по поводу задания. Уникальный комбинезон, я вот этот продаю. Наверное, еще пару дробовиков тоже можно продать, нахуй. Че, я могу ходить? Я не могу идти. Да-да? И вот сразу домашний, да-да? Просто. Да-да, давай еще разочек, что у тебя тут есть. Просто сразу домашний, как говорится, отвлекают. Да-да? А зачем я это сделал? Можно было не сохраняться по новой. Ну ладно, че уж. А, нет, зачем сохраняться? Я все обнулил бы, все вот эти свои достижения. А, я же там, по-моему, вообще жить же даже не могу, да, вроде? Да-да. 52, да. Ну что, надо снимать броню, которая на мне. А на мне это самое. Патронов-то я больше взять не могу. Все, патронов пока хватит. Если в случае чего, придем сюда и наберем побольше. Ладно. Давайте на этом тогда заканчивать. В общем, если вам понравилось, подпишитесь на YouTube канал, TikTok, Telegram и Instagram. Ссылочки находятся в описании под видео. А с вами был NightGameRus, я ГКС Маринус. Доброго времени суток.